Обработка рук антисептиком, измерение температуры, выдача одноразовых масок и перчаток. Стандартная схема работы всех избирательных участков республики. Выполнить свой гражданский долг 1 июля пришли те, кто не успел сделать это заранее. Напомним, в этом году голосование по поправкам началось 25 июня. Вот для меня, для врача важно, прописано в Конституции, что любой житель нашей страны, в дальнем ли селе, он находится или в городе, он должен получить качественную медицинскую помощь. Вот для пенсионеров важно то, что ежегодная индексация пенсии будет прописана. Некоторые изменения депутаты Госдумы ждут особенно. Правки, которые лично мне, как депутату Государственной Думы, будут помогать бороться с коррупционными проявлениями, потому что такие важнейшие положения о том, что чиновники всех уровней в Российской Федерации не могут иметь двойного гражданства, что они не могут иметь счетов в иностранных банках. Индексации пенсии должны проходить не менее одного раза в год. И, конечно же, то, что прожиточный минимум равен уровню минимального размера оплаты труда. Итоги общероссийского голосования будут известны 2 июля. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика.